Привет! Сегодня в видео мы рассмотрим, как же сделать ненавистный Dual Boot Steam OS и Windows 11. Очень многие спрашивают, как это сделать. Наконец-то я решился и записал видео. Для этого нам понадобится либо один накопитель и вдвойне больше работы, либо, если у вас все-таки есть два накопителя, один мы отдадим под Windows загрузочный образ, другой будет у нас со Steam OS. Если вы вдруг не знаете, как сделать загрузочный образ Steam OS и Windows, в описании к этому видео вы найдете две ссылки с подробной инструкцией, как это можно сделать. Сразу же сделаю небольшой дисклеймер. В силу того, что SteamOS пришла на стороннее устройство сравнительно недавно, нас, к сожалению, пока что не ждет красивое окно выбора операционных систем при загрузке. Все мы это будем делать через дефолтные окна выбора вариантов загрузки. Если в будущем появится какая-то альтернатива по типу Clover для Steam Deck, либо какие-то сторонние утилиты, я, конечно же, дам вам знать и сделаю отдельно ролик на этот счет. Ну, не будем тянуть скотов за причинные места, давайте перейдем сразу же к делу. Переходим в Desktop Mode. Открываем настройки для того, чтобы установить пароль нашего пользователя. Открываем пользователь. Здесь вводим свой пароль, желаемый. Нажимаем Leave Unchanged. После чего перезагружаем консоль. Вставляем свой накопитель с готовым SteamOS. Выбираем загрузиться с USB накопителя. Здесь выходим в Applications, ищем KDE Partition Manager. Открываем. Ищем необходимый диск. В данном случае у нас 1 терабайт. Выбираем его. После чего нажимаем Resize. И вводим необходимый объем диска для Windows. Я поставлю себе 100 мегабайт для наглядности, так как я все равно Windows не использую. Нажимаем ОК. Потом выбираем диск, который мы только что создали. Нажимаем New. Файловую систему выбираем для Windows. Нажимаем Apply. Принять изменения. Немножко ждем. Успешно. Нажимаем ОК. После чего наш накопитель готов к установке Windows. Можно здесь закрыть. Перезагружаем устройство. Берем накопитель с Windows. С него мы именно сейчас будем загружаться. После чего производим загрузку с данного накопителя. Перетаскиваем ваше загрузочное устройство на первую позицию для того, чтобы загрузка пошла непосредственно с него. Нажимаем «Сохранить» и «Выйти». Сейчас загрузка пойдет уже с установочного носителя с Windows. Нажимаем «Далее». Теперь выбираем версию операционной системы, которую мы хотим установить. Я выбираю «Домашняя». Нажимаем «Далее». И здесь нам необходимо выбрать диск для загрузки. Выбираем диск, который мы только что создавали в SteamOS. Система будет ругаться, потому что этот диск не предназначен для записи. Эту ошибку легко обойти. Сейчас покажу. Как видите, всплывающее окно говорит нам: нет, что ты делаешь. В данном случае мы нажимаем просто удалить диск. После чего выбираем его опять. И нажимаем «Далее». Пошла установка Windows.
делаем необходимую настройку. И ваша Windows готова. Осталось только загрузить все необходимое ПО. Как вы видите, это Windows 11. Теперь завершаем работу для того, чтобы загрузиться в SteamOS. К сожалению, это будет сделано, как я уже ранее обозначил, через стандартные средства. Так, в BIOS я хочу удалить дополнительный вариант загрузки. Выходим в загрузку. Нажимаем Disable. И я хочу, чтобы SteamOS загружалась как дефолтная операционная система. Поэтому я поменяю местами Windows и SteamOS. Нажимаем «Сохранить» и «Выйти». Нажимаем окно загрузки, видим SteamOS на первом месте теперь. Таким образом мы установили SteamOS и Windows на наш ROG Ally X. Давайте проверим, работают ли все клавиши, просто на всякий случай. Все работает. Если вы нашли это видео полезным, конечно же, ставим лайки, пишем комментарии. Если у вас что-то не получилось, вы теперь всегда можете задавать вопросы в мой телеграм-канал. Всем пока!